В образовательных учреждениях Лабинского района перед завершением учебного года прошли уроки мужества с презентацией буклета «Там, где хранят память». Издание создано в рамках реализации краевого конкурса «Горрайсоветом ветеранов». Проводит уроки мужества его председатель Ирина Городняя. В этот раз Ирина Алексеевна посетила Лабинский медицинский колледж. Очень отрадно, что студенты медицинского колледжа, 75 человек, с таким упоением, с таким вниманием слушали, как нужно сохранить эту память. Презентация буклета «Там, где хранят память» прошла и в 4-й школе. Там Ирина Городняя не просто провела урок мужества, но и вручила грамоты и буклеты в подарок ученикам за активное участие в патриотической работе образовательного учреждения. За их исследовательские работы, за медиапроекты, за доклады, за поездки с нами по местам боевой славы Кавказа, Кубани, Крыма. Так как по программе гранта они и защищали. Буклеты, каждый получил буклет «Там, где хранят память». И каждый из них вложил частичку своего труда в дело сохранения памяти, а те, кто защищал из Лабинска, Лабинского района и вообще жителей нашей страны эти замечательные места, чтобы там сейчас царствовал мир, теплота, духовность. Военно-патриотическое воспитание молодежи Лабинского района занимает одно из главных мест в образовательном процессе. А Совет ветеранов с активным председателем способствует этому и помогает вырастить достойное поколение. Лилит Саакян, Георгий Сопов, Лабмедиа.